Добрый вечер. Хочу рассказать вам о нашей лаванде, которая зацвела на сегодняшнее число у нас 14 октября, покрова. И вот посмотрите, она цветет. И даже не то, что цветет, еще будет цвести. То есть это начало ее цветения второго, после того, как мы ее подстригли. Важно очень подстричь вовремя, после первого цветения. Не настолько коротко, как в зиму, когда вот мы прям в зиму прям хорошо состригаем, чтобы были новые, видите, вот листики такие молодые, новые. Она обновляется, лаванда, куст полностью будет обновлен. Но если мы пересидели, поленились, жарко или что-то, соответственно, не будет цветения. Вот как вот на этом кусту. Вот они, новые побеги пошли этого года, это видно, но они без второго цветения, потому что я не вовремя подстригла этот куст. Просто было жарко, ну и немножечко было лень, видимо. Вот этот ряд у меня запоздало цветет и не так обильно. Второе цветение, оно вообще не так пышно, но вместе с тем необыкновенно красиво и радостно. Когда уже октябрь, когда уже впереди холода, и даже с холодом этот цветочек своим ароматом и приятным таким сиреневым цветом, лавандовым, самым настоящим лавандовым цветом радует нас. Ведь посмотрите, вот даже пчелочка, посмотрите, даже жужжит. И смотрите, она как радуется тому, что эта лавандочка у нее есть. Правда? Здорово, здорово. Мы очень любим нашу лаванду. Я называю их, еще раз повторюсь, я уже говорила об этом, лавандовые облака. Потому что особенно лет, видите, как оно как над травой, такие макушечки. Но мы показываем вам лишь потому, что хочется, чтобы вы что-то брали себе, ну и нам рассказывали, что какие у вас есть садовые растения, как, какое у вас цветение. Вот смотрите, какая у нас здесь прелесть. Летает, опыляет. То есть вот лаванда, она привлекает к себе всю живность. Так вот мы тут, как тут. Да, Хэнти? Да, сказала мне. Вот она, смотрите, пчелки. И это в октябре. Удивительно. Попозже будем подстригать. Подстригать нещадно, подстригать в зиму совсем коротко. А эти вот цветочки я соберу и в баню. Отросточки тоже, знаете, на разжёжку бросаешь подсохшие веточки лаванды. И такой первый момент, прямо она сухая, она начинает, когда гореть в бане, такой, знаете, аромат приятный. То есть вот подушечки люди делают. Не жалейте, стригите, не жалко. Стричь не жалко, она потом отблагодарит за свое обновление. Выращивайте красоту, выращивайте. Обязательно. Что, Хэнти? Хэнти? Что ты тут гуляешь? Ты гуляешь, Хэнси? Ну расскажи, что ты тут гуляешь? Фися, Фиска, что вы тут делаете? Фись, Хэнси,
Манчи. Манчи. Такие у нас замечательные кошечки. Да, Манчи? Ну, чу-чу-чу-чу. Вот он наш Бобтейл, курильский красавец. А это у нас кошечка. Приблуда я ее называю. Бедненькая. Мы его годовалого взяли. И ему с нами хорошо живет. Все эти хвостики. Хвостик отсутствует. Потому что это курильский Бобтейл. А это хвостик. Есть. Да, Фиска? Да, Ханчи? Да, Ханчи? Ханчи. Да, Фиси? Фиси. Фиси. Красота. Такое прекрасное осень. Такая осень чудесная.